О рекордном количестве случаев инфицирования коронавирусом в Азербайджане сообщил оперативный штаб при Кабинете министров. В стране зарегистрировано еще 2259 человек с положительным тестом. 21 человек скончался. До настоящего времени в Азербайджане было выявлено 75688 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 55150 человек выздоровели, 967 скончались. Лечение 19571 пациента продолжается. За прошедший период проведен 1 516 084 теста, а количество проведенных сегодня составило 13 377. Сегодня особенно важно не пренебрегать мерами предосторожности, носить маски, соблюдать дистанцию и пользоваться антисептиками. Число выявленных случаев заражения в мире с начала пандемии коронавируса превысило уже 54 миллиона. Об этом сообщил американский университет Джона Хопкинса, который ведет статистику по коронавирусу. Выздоровели 34 779 380 пациентов, скончались 1 312 356 человек. Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлено более 10,9 миллиона зараженных. За минувшие сутки в стране выявили более 166 тысяч новых подтвержденных случаев заражения. На втором месте идет Индия, на третьем Бразилия, на четвертом Франция, а на пятом Россия. Далее следуют Испания, Великобритания, Аргентина, Колумбия и Италия. Мексика стала 11-й страной, преодолевшей отметку в 1 миллион инфицированных коронавирусом. В Бельгии в период с 4 по 10 ноября в среднем в день умирал 201 больной. Антирекорд смертей по стране от COVID-19 в период волны пандемии был отмечен 6 ноября – 214 летальных исходов. Число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа в России за сутки увеличилось на 22 572. За весь период пандемии в стране выявлен уже 1 925 825 эпизодов заболевания. Эмин Ахмедов, CBC.